Устанавливая 12-вольтовый подогрев в машину, купил вот такую стандартную штуку. Ну, сейчас я уже обрезал проводочки. Это держатель для предохранителей. Сюда 50-амперную штуку купил. Ну, естественно, начала греться. Вообще 30 ампер по ней течет. Она очень греется. Ну, думаю, обхитрю систему. Запаял здесь, просто припаял. Поставил, тоже греется. Ну вот, ради любопытства разобрал эту штуку. Теперь можно убедиться, почему вообще здесь все греется. То есть, тут на самом деле очень тоненькие. Ну, провода, ладно, нормальные. А вот обжимы к этим клеммам фиговые. И здесь контакт плохой. И именно здесь все греется. И вообще это опасно. Поэтому поставил газельные силовые предохранители. Они уже нормально себя ведут. Вот, фотографию приложу. Вот, за 10 минут в компасе нарисовал такой держатель для предохранителя с болтиками. Потому что эти предохранители, они бескаркасные. Очень нежные, мягкие. Вот такую штуку распечатал на фотополимерном принтере. Вот так оно должно туда вставляться. Шестигранниками внутрь, потом затягиваем болты, закрывается. Вот, шестигранники вставляем. Прикручиваем. Вот так это уже выглядит в машине. Там немножко поправится. И в такую коробочку замотал изолентой. Все, провожу тест в течение 2-3 часов. Если рука не чувствует, что тепло или горячо, значит оставляю. Так, ну что, тест пройден. Машина стояла 2 часа с включенным подогревом. Вот кнопочка. Вот у меня реле. Реле тепленькое. Ну, то есть вообще, наверное, градусов 35-40. Все хорошо. Контакты. Жаль, тепловизора нету, но пальцы держат легко. Как теплая вода, наверное, 40 градусов. Может, 45, не больше. Значит, и вот основной предохранитель. Он еще холоднее, чем реле. То есть вообще вся коробочка, наверное, как тепленькая вода, в которой в ванне купают детей. 38, 37, 39, может быть, градусов. Все шикарно. Сами провода даже такой же температуры. Да. Ну что, все, супер. Значит, зачет. Этот предохранитель отлично. Здесь у нас ничего не греется. Здесь вообще все холодное. Дальше кабель этот пошел сюда, толстый основной. Вот он. Вот он тепленький, да, он тепленький, кстати. Он тепленький, как реле. Ой, как предохранитель. Основной толстый КГ 2,5 мм квадратных. Ну все.